Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Две главные проблемы удочки или спиннинга – это пропускные кольца, которые вечно расшатываются и отваливаются, а также последнее колено. Частенько при неправильном использовании оно ломается. Очень неприятная ситуация, особенно если это счастливая или же очень дорогая удочка. В такой ситуации выход есть. Сейчас я покажу и расскажу, как отремонтировать удочку. Все, что нам понадобится – это прочная капроновая нить, суперклей и обычный темный лак для ногтей. В этих двух проблемах удочки нам поможет обычный бандаж. Вот он-то и будет держать отвалившееся пропускное кольцо или сломанное последнее колено. Наложить его совсем несложно. Я нарисовала небольшую схему, справится даже ребенок. Основной принцип – это скрепить между собой две поверхности. Бандаж должен накладываться максимально плотно. После того, как установили бандаж, тщательно смазываем его суперклеем. Клея не жалеем, ведь нитки должны пропитаться. Затем ждем полчаса, пока клей высыхает, бандаж становится монолитным. А для красоты можно промазать сверху темным лаком для ногтей. Получается максимально прочно и красиво. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!